При поддержке благотворительного фонда «Перизия» Вудина Магомедова Хасавюртовская центральная библиотека имени Расула Гамзатова реализует большой культурно-просветительский проект «Дербент в произведениях фольклора и изобразительного искусства». Библиотека запланировала много интересных, разнообразных интерактивных занятий для детей школьного возраста. Так, 15 января с детьми младших классов школы-интернат номер 6 города Дербент были проведены интерактивные занятия в музейном комплексе «Дом Петра I» в Дербенте. Занятия включали в себя различные игры, беседу с директором Центральной библиотеки имени Расула Гамзатова города Хасавюрт Ильмиром Якубовым и с представителями благотворительного фонда «Пири». А самым интересным было чтение сказки педагогами. Азербайджанскую народную сказку под названием «Желтая дыня» дети слушали с большим интересом и пересказывали ее содержание. При поддержке благотворительного фонда Зиаудина Магомедова «Пери» Хасавюртовская центральная городская библиотека имени Расула Гамзатова в Дербентском музейном комплексе Петра I реализует большой культурно-просветительский проект «Дербент в произведениях фольклора и изобразительного искусства». Нами запланировано очень много разнообразных интерактивных занятий со школьниками разных возрастов. Для детей помладше предстоит знакомство со сказками древнего Дербента. Ребята из 7-8 классов будут изучать, как представлен Дербент в произведениях изобразительного искусства разных времен. Проект является продолжением большой культурно-просветительской программы, которую наша библиотека реализовала в прошлом 2015 году, когда началось празднование 2000-летнего юбилея города Дербента. Тогда этот проект был поддержан фондом «Русский мир». По завершении мы обратились с заявкой в фонд «Пери» с новым проектом, в котором собрали лучшие идеи наших коллег из 15 зарубежных стран и 15 регионов Российской Федерации. Фонд «Пери» посчитал этот проект достойным того, чтобы его можно было профинансировать. И самое главное, география этого проекта она будет постепенно расширяться. За школьниками из Дербента к нему присоединятся их сверстники из Избербаша, Каспийска, Махачкалы и, конечно же, нашего родного Хасавюрта. Программа интересная, разнообразная. Как мы убедились, уже интересна детям, ради которых она, в принципе, и затевалась. Я думаю, вот в такой непосредственной, легкой игровой форме дети будут лучше знать историю своего родного города, города, который известен во всем мире. Далее по сказке группа детей сыграла интеллектуальные игры вместе с организаторами урока и отвечали на заданные взрослыми вопросы. Подобные уроки с детьми будут проходить и на следующей неделе в музейном комплексе «Дом Петра I» в Дербенте.